Да, сейчас тут пока кушали, к нам подошли китайцы, поскольку здесь в Куала-Лумпуре живут китайцы, малайцы, индусы. Вот это вот одна из этнических групп, значит, китайцы. Подошли к нам веселые ребята и говорят: вы знаете, у нас тут игра есть. Мы сейчас играем, и вот текст на бумажке, английская песня. Говорит: вы знаете эту песню? Я говорю: я не знаю. Он говорит: сейчас вот ваш мужчина должен вам спеть эту песню. Я говорю: знаете, он не говорит по-английски. Он: ладно. Они говорят: ладно, раз он не говорит по-английски, значит, тогда вы будете петь ему. Я смотрю на текст, а там, значит, ее глаза, все время бы смотрел на ее глаза, там тра-та-та, ее волосы, она такая красивая. Ну, в общем, я своему мужу спела песню под аккомпанемент китайцев и под видеокамеры со всех сторон. 5, 6, 7, 8 Make the stars look like they're not shining. She's so beautiful, and I tell you everybody. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.